Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Ну, вы как видите, в моих руках вот этого красавца. Аспарагус серповидный. Красавец. Украсить собой любой интерьер. Красавчик. Мне просто вообще нравится этот вид аспарагуса. Люблю его. Родина этого красавца. Влажные леса Шри-Ланки. И поэтому он не любит, когда на него попадают прямые солнечные лучи. Он любит такой рассеянный свет, но не северное окно, например, да? Потому что он, если ему света совсем хватать не будет, у него листья такие будут слабые, и вытягивать побеги, как у меня получилось, видите? И не зацветет. Он же еще и цветет красиво. И размножается путем деления куста. Вот что сегодня я и хочу с ним сделать. Мне нужно два таких растения. Это растение неприхотливое. Ну, сейчас я вначале его вывалю, а потом решу, какой горшок. Так-то я приготовила вот такой вот, но не знаю, пойдет или нет. Вообще у него корневая система небольшая, глубокие горшки не нужны. Ну, вы знаете, я не могу сказать, потому что, смотрите, видите, корни. Ну, все, давайте я его теперь постараюсь. Такое ощущение, как будто он врос в горшок. Он, кстати, имеет такие колючки. Вот, все, пошел. А вот здесь вот такой корешок, как бы вот мне его не хотелось сломать. Все, отлично. Посмотрите, у него корневая прям прекрасная. Сейчас я вам разверну чуть-чуть, покажу. Смотрите. Отлично. Сейчас постараюсь себе разделить, хотя вот я даже не знаю, как тут получится ли у меня. Он слишком такой вот густой-густой. Придется помучиться, чтобы не повредить у него корневую. Надо вот прям хорошо его очистить. Ну вот пополам не получится, наверное. Я просто боюсь его вот повредить. Вот постараюсь хотя бы вот... Он разрастается очень хорошо. Вот хотя бы немножечко. Мне просто для интерьера нужно поставить его в другое место, еще один горшочек. Вот кое-как веточку отделила. Вот имеет он вот такие еще клубни. Ну да, корневая, видите, не сильно глубокая, такая поверхностная. Посажу пока вот в этот горшочек, этого достаточно будет. А этот верну обратно в этот горшок, просто грунт добавлю. Грунт вот универсальный, он такой неприхотливый, в принципе, растение. Ну, немножко разрыхлители, перлит добавлен, перлит и древесный уголь чуть-чуть. И керамзит мелкий, вот так вот, вперемешку. На дно керамзит, соответственно. И все. Сейчас я посажу тогда вначале вот эту деточку, а потом оставшийся грунт добавлю в этот горшок. Время от времени удобряю. Ну, пореже. Просто также фертикой добавляю ему удобрение. Он же цветущий. Но он у меня ни разу не цвел. Ну и сейчас свое взрослое растение. Так, немножко корешочки, конечно, повредила. Ну, ничего страшного, я думаю, не будет. Немножко, может, зацветет после стрессика. А то у него корни-то вылезли уже там. Дренажное отверстие горшка. Он любит теплый душ, так как влажность должна быть 50-60%. Ну, у нас влажность хорошая дома, потому что растений много. Растения выделяют влагу очень, особенно после полива. Я еще люблю иногда опрыскивать. Ну и, конечно, у нас субтропики, где я живу. Так что у нас влажность хорошая. Сносила я их под теплый душ, накупала их. Теперь у меня стало два красавца.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. Тут корешочки, в общем-то, есть. Он, я говорила уже, что неприхотливое растение. Но я его ни разу не делила. Первый раз поделила. Так что посмотрим. Я буду снимать видео и, конечно, вам буду говорить, как он себя чувствует. А сейчас я все это поставлю на место, по местам. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.